Иркутск – середина Земли. Так говорят сибиряки. Иркутск равно удален от трех мировых океанов – Северного Ледовитого, Тихого и Индийского. Иркутск – уникальный старинный город. С древних времен он был перекрестком торговых и дипломатических путей, связывающих Россию со странами Азии. Иркутск – это столица Восточной Сибири. Для каждого исторического отрезка времени существуют свои легенды. События, предшествовавшие основанию Иркутска, известны только археологам и этнологам. Освоение восточных окраин современной России проходило стремительно и неоднозначно. Иркутск стал основополагающей вехой, соединившей древнюю историю Северной Азии с европейским миром. Город строится и обновляется. Там, где ведутся земляные и строительные работы, археологи часто находят свидетельства глубокой древности. Десятки тысяч лет до основания Иркутского острога территория города была местом обитания первобытных людей. Археологам известны десятки ископаемых объектов. Это остатки стоянок, поселений, древние могильники. В 1871 году ссыльные польские геологи Ян Черский и Александр Чекановский открыли стоянку каменного века «Военный госпиталь». В России впервые был обнаружен памятник палеолита древнего каменного века. Возраст древней стоянки – 28 тысяч лет. Будем говорить, это главное сейчас, главный показатель понятия местонахождения военный госпиталь. А второй, он стал многослойным. Он, конечно, ушел за 60-е тысячелетие. Он, конечно, живет там, где должны жить неандертальцы какие-то поздние, самые. Вот ранние кроманьонцы, то есть они даже не двоюродные и не родные братья, а какие-то, ну, производные от одного древнего человека. Они разошлись где-то 600 тысяч лет назад, как раз, наверное, в то время, когда на одном берегу могли жить неандертальцы, первые ранние, на другом берегу ранние Homo sapiens. Это было бы, конечно, интересно, но пока это фантазия. Фантазия, основанная, конечно, на реалиях, но все-таки фантастический сюжет. Сегодня исследователям известны и другие древние местонахождения. Сотни каменных изделий из микрорайона Топкинский археологи датируют возрастом более 50 тысяч лет. Ну, там просто очень потрясающий интересный комплекс, который переотложен был в древности очень давно. И, судя по всему, до сих пор еще по-настоящему наукой не распознанный. Но по тем данным, которые мы собрали в 1988 году, самый ранний возраст археологических материалов, которые там есть, уходит за 40-50 тысяч лет. Основным материалом для изготовления орудий служил камень, кремень, кварцит, аргелит. А биты, уплощенные рубила и скребла, были многофункциональными орудиями. Древний мастер мог производить ими до 20 операций. Недалеко от Иркутска, на реке Белой, было раскопано целое поселение охотников каменного века. Древние жилища у села Мальта строились из костей мамонта и благородного оленя. Внутреннее убранство украшали миниатюрные женские статуэтки. Сибирские Венеры из Мальты известны археологам всего мира. Скорее всего, они служили, носили, естественно, сакральный какой-то смысл. Какие-то стройные женщины в одежде, у них все пропорционально, у них вырезано лицо, в отличие от европейских женщин. Прическа какая-то вырезана, прорезана.
Между собой мы называем их девочками не венерами, а девочками, мальтинские девочки. В микрорайоне Первомайском, в одном из садоводств, местный житель обнаружил уникальные находки. Копая хозяйственную яму, Александр Рязанов наткнулся на кости мамонта. Ну, копал землю, ямку. Нужна была. Вот, наткнулся, ну, метра полтора. Вот в таком положении мне попался. Я думал, на корень на какой напал, а потом подкопал, думал, да нет, вроде кости, так копанул. Интересная штука. Иркутские археологи внимательно изучили находку. На фрагменте ребра были обнаружены следы работы каменным орудием. Эту операцию древние мастера проделали более 20 тысяч лет назад. Кости мамонтов находят довольно часто. Тем не менее, охоты на мамонта не существовало. Миф, придуманный французскими археологами в начале 20 века, до сих пор популярен во многих научных изданиях. Вряд ли первобытные люди ледникового периода могли выкапывать в вечной мерзлоте ямы-ловушки. Добыть мамонта считалось редкой удачей. Огромный зверь мог попадаться только тяжело раненый, либо завязший в болоте в периоды летних потеплений. Около 12 тысяч лет назад территория Верхнего Приангария подверглась сильным землетрясениям. В результате тектонической подвижки у Байкала появился новый сток – Ангара. Сорвавшийся со скалы камень рухнул в истоке новой реки. Легенды древних очевидцев дошли до наших дней через тысячи лет. Бурятские сказания о грозном Байкале и его дочери-красавице Ангаре корнями уходят в глубины каменного века. На Верхоленской горе близ Иркутска образовались глубокие трещины. Сотни находок Верхоленской горы демонстрируют технику обработки камня в среднем каменном веке. Это, так сказать, человечество уже обжило земной шар по квадратам в этот самый, в 12-10 тысячелетии. То есть человечество жило везде, где только была суша. И в Австралии, и в Южной Америке, и в Северной Америке. Везде было. Поэтому Америка, конечно, не заселялась, Австралия не заселялась. Это все, так сказать, издержки развития, эволюции археологического или научного знания. Вот и все. Когда закончился ледниковый период, территория современного города представляла собой благодатное место. С южной и юго-восточной стороны подступала тайга, богатая дичью. На северо-запад простиралась обширная степная долина с многочисленными озерами. Полноводная Ангара неспешно несла чистую байкальскую воду. Мы живем, в общем-то, в резко континентальных условиях. Тогда эти условия смягчались. И действительно, природная обстановка приобретала даже необычный для Сибири вид. Например, специалисты по спорополице даже предполагают распространение на нашей территории широколиственных лесов. Устья рек Иркута и Ушаковки привлекали древних рыболовов эпохи неолита. Иркутская территория всегда была очень густо заселена. Действительно, это сплошные поселенческие объекты людей мезолита, неолита, эпохи бронзы, раннего железа. Не случайно на возвышенности Глазковского предместья был обнаружен самый крупный в Северной Азии комплекс древних захоронений. По подсчетам археологов, могильник включал в себя около 300 погребений. Самые древние из них имеют дату 8 тысяч лет.
представляем, какой срок, сколько поколений и сколько, так сказать, генетически родственных групп использовали вот для именно погребения вот это место. Среди сопровождающего инвентаря найдены шлифованные ножи и тесла, нефритовые украшения, рыболовные стерженьки, костяные рыбки-приманки. Костяные скульптуры лосей признаны произведениями искусства. Берега Ангары в черте города Иркутска являются сплошным археологическим памятником. Петрушина гора, Лисиха, Титова, роща Звездочка изобилуют находками неолита и бронзового века. Мы находимся в Свердловском округе города Иркутска. Это улица Старокузьмихинская. Здесь мы находимся на объекте археологическом Кузьмиха-1. В основном у нас неолитическая культура идет, неолит. Это где-то в районе 4-5 тысяч лет назад. Но это были рыболовы, охотники. Что находят археологи на древних стоянках? Фрагменты керамических сосудов, потом фрагменты наконечников ножей, стрел. Также вот кладку мы нашли, скорее всего, ритуального назначения. Как вскоре выяснилось, кладка оказалась неритуальной. Под плитами песчаника археологи обнаружили непотревоженное погребение китойской культуры. Китойцы жили в Прибайкале более 6000 лет назад. Они украшали одежду подвесками из зубов марала. На головных уборах носили кольца и диски из белого нефрита. Первобытные представления об окружающем мире нашли отражение в языческих символах и рисунках. На Шишкинских скалах около Верхоленска известны петроглифы периода неолита. В раннем бронзовом веке археологи выделяют глазковскую культуру. Древние глазковцы занимались охотой на рыбу и лесного зверя. Они строили каркасные жилища типа чу. Умели выплавлять бронзу из меди и олова. За глазковской культурой закрепились древние погребения со следами медных и бронзовых изделий. Они обнаружены в большинстве своем на левобережье Ангары, в бывшем глазковском предместье города Иркутска. Изучая древние китайские хроники, российские историки нашли сведения о загадочном народе гюлигянь, населявшем Приольхонье в раннем Железном веке. Остатки рунических надписей свидетельствуют, что курыкане относились к племенам тюркоязычной ветви. Современные исследования не подтвердили расселение курыкан по всему Прибайкалью. По берегам Ангары и Верхней Лены жили другие племена. Их погребальные обряды отличались от ритуалов курыкан на Байкале. Формировались совершенно другие погребальные традиции и другая археологическая культура, которая, вероятно, связана с влиянием, шедшим с долины Енисея. Монголоязычные племена, будучи тоже кочевниками, скотоводами, прежде всего интересовались лесостепными и степными участками местности. И поэтому, конечно, они прежде всего заселяли и Приольхонье, и Кудинскую долину, и те степные пространства, которые существуют по Ангаре и ее притокам. В середине первого тысячелетия началась эпоха великого переселения народов. Некоторые тюркоязычные племена перекочевали на север. К 15 веку этнический состав Прибайкалья значительно изменился. Все таежное пространство населяли тунгусы, предки современных эвенков. Степные участки Приленья и Приангарья оставались практически незаселенными. Редкие семьи тюркских и северо-монгольских родов появлялись в ангарских степях и вновь уходили на юг, за Саяны и на запад, за Енисей. Населения-то здесь местного было не очень много.
Значит, были отдельные улусы ниже по левому берегу Ангары. Ну, это объясняется просто, потому что там была лесостепная зона. В записках Бекетова, который оценивал численность населения, максимум 3-5 тысяч человек. До начала 17 века степи при Ангаре ждали своих будущих жителей. В середине 17 века отряды русских казаков-землепроходцев стали проникать в Прибайкалье. Присоединение Сибири к московскому государству шло стремительно. За 100 лет казацких походов просторы Северной Азии стали именоваться Российской империей. Воцарившаяся династия Романовых организует плановое освоение служилыми людьми новых территорий за рекой Енисей. Отряды по нескольку десятков человек исследуют неведомые земли, приводят под государеву руку неизвестные народы, собирают ясак. Пушнина почти на 2 столетия стала главным богатством Сибири. Все, что мы не возьмем, любые там челобитные, любые документы, это все связано там с мягкой рухлядью. Вот. То есть пушнина – это было главное богатство. И в первую очередь вот эти вот все пункты освоения, где появлялись какие-то зимовья, появлялись какие-то населенные пункты, они связаны были вот как раз в первую очередь с промыслом пушнины. В 20-30-х годах 17 века отряды казачьего атамана Максима Перфирьева, сына боярского Ивана Похабала и стрелецкого сотника Петра Бекетова начинает освоение Братской и Тунгусской землиц. Огромные территории от Енисея до Байкала. Историки расходятся во мнении о том, когда и кем было основано первое русское поселение на территории нынешнего Иркутска. Историческое предание говорит о том, что в 50-е годы 17 века в устье Иркута на острове Дьячим стояло первое укрепленное зимовье. Дьяком товарища звали Максима Перфирьева. Это был казачий атаман, русский землепроходец, основатель братского острога, присоединившего к России Забайкалье и Даурию. На переговорах с тунгусами, монголами и китайцами Максим славился особым дипломатическим искусством. Память о Перфирьеве увековечена в названии села Максимовщина близ Иркутска. Максим Перфирьев стал одним из величайших дипломатов своего времени, улаживая большинство конфликтов с местным населением мирным путем. В то время как Иван Похабов улаживал все конфликты в основном при помощи оружия. Тем не менее, они были близки. Они постоянно общались, и именно в честь своего побратима Похабова Максим Перфирьев назвал сына Иваном, старшего сына. Иван Перфирьев основал первые государевы пашни около Иркутска. И вполне вероятно, что назвал часть созданных им новых поселений в честь своего отца Максима. Вполне возможно, что ближняя к нам Максимовщина является именно той самой первой государевой пашней, основанной его сыном Иваном. Безлесная северо-восточная сторона была местом обитания бурятских и тувинских кочевников. К тому времени активно решался вопрос о сборе ясака лаской и приветом в пользу Москвы. Летом 1661 года по просьбе местного князца Яндаша отряд казаков под предводительством сына боярского Якова Ивановича Похабова ставит напротив устья Иркута острог. Иркутский острог был построен по просьбе местных тувинцев, которые кочевали по Иркуту. Вот. Они в своей просьбе к енисейскому воеводе просили основать острог в месте впадения Иркута в Ангару для защиты от набегов красноярских казаков. То есть по просьбе местного населения, хотя для защиты от русских. Иркутский острог первое время назывался Яндашским, то есть примерно год с 1661 года, потому что по просьбе князца местных тувинцев Яндаша был основан.
Размеры Яндашского острога были 17 на 19 метров. Это был укрепленный двор с приказной избой и амбаром для хлебных запасов и государевой казны. Самая главная отличительная особенность Иркутского острога, пожалуй, было то, что он строился изначально на мирных землях. Но у него уже были и башни, видимо, две, скорее всего, и стены были, хотя и невысокие. И оставлено жить там было 20 казаков после строительства острога. То есть это было небольшое сооружение, но воздвигнутое на месте, которое впоследствии стало очень важным. В 1670 году служилый человек Андрей Барнишлев строит новую крепость – Иркутский Кремль. Крепость имела форму квадрата, и длина каждой его стены составляла 108 метров, а высота – 7 метров. По происхождению Андрей Барнишлев был из английских дворян. Его род на протяжении двух поколений служил русскому государю. Став жертвой политической интриги, Уильям Барнсли был выслан в Енисейск. В Сибири Уильям принял православие с именем Андрей, а выгодный брак принес ему звание сына боярского. Достигнув определенного положения в сибирском обществе, в русском обществе того времени, вот новокрещенный Андрей Барнишлев каждое дело для себя считал подтверждением принятой присяги государю. Среди новых построек в Иркутском остроге поднялась главная Спасская проезжая башня с двумя надвратными часовнями. В центре Кремля возвели первую Иркутскую церковь – Спасский шатровый храм, прообраз Спасской церкви, сохранившийся до сих пор. Православная вера утверждалась в Восточной Сибири. Там, где основывались остроги или зимовья первое время, почти сразу же возникали или часовни, или церкви. Строительство храма на новообретенной земле фактически закрепляло присутствие русских на этой земле. Только с Божьей помощью можно было совершить то, что совершили наши предки 400 лет тому назад, потому что нашим рациональным умом понять все то, что сделали эти люди, почти за меньше, чем за 100 лет преодолеть пространство от Уральского хребта до Тихого океана, какие могли это сделать люди? Это люди-богатыри, герои. В 1672 году старец Герасим основал Вознесенский мужской монастырь на территории современного района Жилкино. Строительство монастыря велось по челобитной сына боярского Ивана Максимова сотоварища с дозволения грамоты сибирского митрополита Корнилия. И Вознесенский монастырь, и Спасская церковь становились миссионерскими центрами для тогдашних переселенцев. Поэтому русские казаки так бережно относились к храмостроительству. Продвигаясь на восток по Сибири, из новокрещенов казаки набирали себе, верстали в казаки бурят, венков, более западных регионов калмыков. Они были православными русскими казаками. Занимая под монастырское хозяйство порожние земли, расселяя на них пашенных людей, монастырь активно содействовал земледельческому освоению Приангарья. Преемник Герасима, старец Исаия, основал соляные варницы в Усолье, села Веденщину и Баклаши на Иркуте, Мальту и Буреть на Белой. Только в Бадайской слободе было поселено 60 крестьян из гулящих людей. Они отказались от мнимой свободы ради крепкого хозяйства и крестьянского труда. Церковь на то время была единственной силой, способной развить экономику региона за счет создания принадлежащих монастырям серьезных хозяйств. В апреле 1686 года по грамоте сибирского приказа Иркутский острог был возведен в ранг города. Первоначальная задача – сбор ясака, приведение под государеву руку местных племен – она была успешно завершена фактически к тому времени.
И стояла новая задача – развитие торговых путей, развитие промышленности, вот, и развитие местного хозяйства. Появляется то самое явление, которое впоследствии будет названо Илимской пашней. То есть все Приангарье становится огромным сельскохозяйственным регионом, который снабжает хлебом Забайкалье, Приленье, а впоследствии Охотск и Русскую Америку. В 1690 году город получил герб и печать. Слово «Иркутск» имеет монгольское происхождение. По одной версии, это название реки Иркут, Эрхэгол, капризная река. По другой – кочевой род ирхитов, живших в верховьях реки. На гербе Иркутска изображен бабр, несущий в зубах соболя. В переводе с тюркского бабр означает «тигр». Слово «тигр» в русском языке появилось только в середине 18 века. В ту пору тигры в Прибайкалье не были редкостью. Последний тигр в Приангарье был убит в начале 19 века одним из бурятских тайшей, а в Забайкалье в 1978 году с ретинскими охотниками. Предка сибирского бабра археологи обнаружили на территории центральной части Иркутска. Около 20 тысяч лет назад здесь жил и охотился пещерный лев. Бесценный фрагмент фаланги пальца ископаемого животного удалось обнаружить на глубине более 2 метров в районе улицы Седова. Подходит сюда и показывает, что где-то в этой толще вот он нашел. Пальчик пещерного льва. На рубеже 20-го тысячелетия здесь бегала большая кошка. Есть бизон. Есть носорог, есть даже мамонт, северный олень. Находки эти есть, конечно же, редкие в нашем регионе, но они встречаются. В конце 17 века вокруг Иркутского Кремля разрастается посад. Посадскими людьми были переселенцы из северных областей Московии. Они ехали в Сибирь в надежде на вольную жизнь и достаток. В том же 1690 году в приходе Спасского храма числилось почти 1000 человек. Из Тобольска был прислан первый священник Иоанн Пантелеймонов. В 1706 году в Иркутском остроге началось строительство первого каменного храма – Спасской церкви. Я всегда проговаривала эту фразу «древнерусский стиль», но понятная она для меня стала только тогда, когда я побывала в Пскове. И тут душа запела: «Боже мой, да вот она, наша Древняя Русь в Иркутске», потому что псковские храмы 14-15 веков, четверяки с одной главкой, вот они, то есть это вот то самое, с чего разрасталась и начиналась наша Спасская церковь. Это действительно жемчужина иркутской архитектуры. Древняя Русь, она веет от этого храма, и, конечно, в начале 18 века строить в древнерусском стиле ну вот могли только на самых-самых окраинах российского государства. Поэтому Иркутску в этом смысле очень повезло. Следом на Иркутском посаде у стен острога возводится каменный собор Богоявления Господня. Город становится духовным центром Прибайкалья. Каменный Богоявленский собор был свидетелем всех важнейших событий в городе и в России. От стен собора начинались крестные ходы. Здесь крестили и отпевали горожан. Не случайно с годами собор приобрел статус кафедрального. Он стал главным храмом Иркутска. В 1727 году Иркутская епархия отделилась от Тобольской. Ее возглавил епископ Иннокентий Кульчицкий, будущий сибирский чудотворец, святитель, архипастырь иркутских христиан. Около 5 лет трудился святитель Иннокентий для новой епархии, для ее устройства. Заботился об умножении церквей, боролся с нравственными недостатками посомых прихожан, создал при Вознесенском монастыре славяно-русскую школу.
Личная жизнь святителя Иннокентия была образцом скромности, трудолюбия и молитвенных подвигов. Вместе с монахами епископ шил обувь для учеников школы. Для молитвы святитель Иннокентий уединялся в пещеру, вырытую основателем Вознесенского монастыря, блаженным старцем Герасимом. Пожалуй, самая главная его заслуга в том, что он явил пример святости. Мы знаем, что в Знаменском монастыре города Иркутска почивают его святые мощи нетленные. То есть он явился не только администратором, не только управленцем, не только созидателем, но еще и молитвенником за свою паству. Явил и духовный пример этой пастве. И мы верим и полагаем, что он и сейчас с нами, он молится за нас. После кончины святителя Иннокентия Иркутского память о великих трудах его и высоких качествах души распространилась по всей Сибири. Через 33 года при переустройстве Тихвинской церкви в Вознесенском монастыре было обнаружено погребение святителя. Его тело, гроб и облачение оказались нетленными. К этому доказательству святости присоединились затем и чудеса святителя Иннокентия. В 1766 году в храмовый праздник Вознесенского монастыря иркутский губернатор Карл Львович фон Фрауендорф был в числе почетных гостей. Подстрекаемый любопытством, губернатор стал настаивать, чтобы ему показали мощи святителя Иннокентия. Преосвященный Сафроний, третий епископ Иркутский, с трудом уступил настойчивой просьбе. Придя в пещеру, где почивало нетленное тело угодника Божия, увидели, что вся она занесена снегом. На дворе было 1 июня. Губернатор приказал расчистить снег, но он становился все глубже и глубже. После многих бесполезных усилий фон Фрауендорф отказался от своего намерения. Свидетелями этого события были десятки иркутян. Губернатор Фрауендорф оставил о себе память в Иркутске. Известно его стремление приобщить бурят к земледелию. В городе с немецкой тщательностью были спрямлены многие улицы. До этого город застраивался без плана, и многие дома и заборы выходили на дорогу. По указу губернатора пожарные команды безжалостно срубали и спиливали углы домов и заборов. Был составлен первый план Иркутска, выполненный на математической основе. Появились доски с указанием названий улиц. Фон Фрауендорф был немцем, который перешел на службу русскую. В 1765 году он переезжает в Иркутск в качестве губернатора, первого губернатора. Проявил себя он очень хорошо, но, видимо, он был пожилым, и поэтому в 1967 году умер и был похоронен на так называемом лютеранском кладбище. Это место недалеко от Крестовоздвиженской церкви, в скверике, где по ошибке поставлен камень о том, что здесь будет памятник декабристам. Ни один из иркутских губернаторов не был сибиряком. Практически все они, выйдя в отставку, возвращались в столицу или губернии Европейской России, доживая там последние годы, чаще всего в качестве сенаторов. В 1747 году в городе строится Крестовоздвиженская церковь. Многие составляющие ее внешнего убранства представляют собой геометрические узоры, типичные для народов Прибайкалья – бурят, ивенков и якутов. Многие видят здесь элементы буддизма – ступку и колесо сансары. Распространяясь по Восточной Сибири, православная церковь не отрицала, а впитывала элементы местной культуры. Ядром населения молодого города долгое время оставались казаки. Скажи, Ромашка, любим ли
развивались ремесла, строились кирпичные заводы, расширялся рыбный промысел на Байкале. Уже в 17 веке основу экономики составляли не только сбор ясака и охота на пушного зверя. Купцы, братья Ушаковы и братья Пивоваровы имели в городе несколько мельниц, пивоварен, винокуренные, мыловаренные заводы и слюдяные промыслы. В Иркутск приходили бухарские караваны в 200 верблюдов с индийскими и китайскими товарами. Иркутск уверенно выходил на орбиту широких торговых отношений. В начале 18 века город не имел постоянных путей сообщения с центром России. Первый проект Московского тракта осуществил руководитель второй камчатской экспедиции Витус Беринг. Он лично обследовал участок от Красноярска до Иркутска, определив места будущих почтовых станций и притрактовых поселений. На островах в устье Иркута обнаружены остатки участков Московского тракта, действующего до начала 20 века. Высота полотна на острове Комсомольском достигает 4 метров. Подъезжающие экипажи могли наблюдать весь город как на ладони. Плашкоутная переправа соединяла перевоз с правым берегом, где позже, в начале 19 века, были выстроены знаменитые московские ворота. Строительство и обустройство Московского тракта активизировало освоение восточных территорий. Снаряжение экспедиций в Якутию и на Дальний Восток требовало особой подготовки. В Иркутске открывается навигацкая школа, создается Иркутское адмиралтейство. В 1783 году начались знаменитые путешествия Григория Шелихова в Русскую Америку. Если, допустим, сравнить, что Петр I прорубил окно в Европу, то я считаю, что Шелихов прорубил окно в Русскую Америку. Он был не только военачальником, и не только путешественником, и не только купцом. Он был еще любителем природы, географом-исследователем, который оставил описание своих путешествий. На американском берегу Григорий Иванович мечтал основать большую русскую колонию, Славороссию, с широкими прямыми улицами, школами, церковью, музеем. Русская Америка представляла себя то же самое, что Прибайкалье середины 17 века. То есть острог, небольшая группа военных казаков. Как только Шелихов со своей компанией закрепился в Русской Америке, началось и экономическое развитие региона, торговля, создание крупной и очень значимой православной миссии. Но еще почему я считаю этого человека купцом номер один и патриотом номер один у нас в России? Потому что практически он не имел государственной поддержки. Однажды произошло кораблекрушение японских рыбаков. Они попали в руки русских промышленников и были доставлены в Иркутск. Здесь обучились русскому языку. Двое из них остались в Иркутске до конца своих дней и были похоронены на Иерусалимском кладбище. В честь именно этих японцев был поставлен памятник на улице Канадзавы, выпавшее яйцо. И Шелихов предложение сделал именно, чтобы использовать этих японцев для того, чтобы проникнуть в саму Японию. 20 июля 1795 года, в возрасте 48 лет, в самом расцвете сил, Григорий Иванович скоропостижно скончался. Обстоятельства его ранней смерти и поныне остаются весьма загадочными. Он похоронен в Иркутске на территории Знаменского монастыря. Он единолично руководил 5 компаниями. Так же, как и многие меценаты, давал деньги. Есть сведения, что ограда, которая существует вокруг Знаменского монастыря, она тоже имеет отношение к капиталам Григория Шелихова. Более 10 серьезных географических названий носит имя Шелихова. То есть как бы вот в памяти-то народной он остался. В конце 18 века Иркутск стал административным центром губернии. Просторы ее распространялись от Енисея до Аляски. Росла численность горожан, формировался слой купечества. Предприниматели и купцы стали играть ведущую роль в городском управлении, торговле и культурной жизни.
На пороге 19 века закладывались основы исследовательских направлений, осваивались новые земли далеко на восток и на север. В 1782 году при городской библиотеке открылся музейный кабинет, ставший первым музеем Сибири. В далеком сибирском городе, можно сказать, в центре азиатского континента, был открыт первый провинциальный российский музей. Причем открыт не просто для губернатора, для его приближенных, он был открыт для самой широкой публики. Очень большую роль оказали местные иркутские купцы. Сибиряковы, Бутины, Дударовские, Медведниковы. Был Эрмитаж, который был создан, была Кунсткамера, которую создал Петр I. А такого музея, в котором как бы соединились все люди, независимо от их социальной принадлежности. И, конечно, его задача была просветительская прежде всего. Иркутские традиции во многом необычного, самобытного города дошли до нашего времени. В архитектурном облике Иркутска, как и в сибирской жизни, было свободное смешение стилей. Созданный особый иркутский колорит чувствуется и поныне. И в худшие времена каким-то содержательным оком, тревожным и внимательным, всматривается Иркутск в нас. Какие бы вы ни были, все вы мои. С этим оберегом и вздохнем утешенно. Иркутск с нами. Ведь Иркутск никогда не был городом провинциальным. Он всегда был столицей. И вот этот столичный лоск, он и в улицах нашего города, и в его зданиях, архитектуре Иркутска, и, конечно, в душах самих иркутян. Мы столичные жители.
земли. Городов их немало на свете. Взгляни на восток и на запад взгляни. Сквозь тысячи верст мы свой город заметим, и сердцем его мы увидим огни.